начала нынешнего года врачи акушерского отделения Ильичевской бассейновой больницы на водном транспорте провели более 30 операций кесарево сечения. До настоящего времени женщин оперировали на оборудовании еще советского производства. Старое оборудование, на котором мы работали, было выпущено еще за времен Советского Союза, и поэтому оно пришло как бы в временную негодность. Значительное обновление материальной базы отделений больницы стало возможным благодаря действующей программе здоровья населения Черноморской территориальной громады. Так, для родильного отделения больницы более месяца назад был приобретен фетальный монитор. Реанимационное отделение получило новый каптограф. Вновь мы получили операционный стол в нашу операционную и 9-рефлекторную операционную лампу. Новое медицинское оборудование поможет врачам оказывать качественную помощь пациентам больницы. В этом году мы видим, что на медицину уделяется очень большое внимание и направляются большие средства. Потому что, наверное, здоровье жителей города – это самое важное и самое нужное. По программе уже приобретается много аппаратуры. Мы входим в ремонты отделений. Большое спасибо всем, кто принимал участие в разработке и внедрении этой программы в жизнь. Медики Ильичевской бассейновой больницы и в дальнейшем рассчитывают на помощь города. Мы надеемся, что городские власти о нас не забудут, и мы очень сильно надеемся, что мы в следующем году вступим в капитальный ремонт родильного отделения. Лечебное учреждение нашего города финансируется из городского бюджета. При этом почти 90% средств идет на оплату труда медиков и коммунальных услуг. Поэтому увеличение ассигнований на медицину поддерживают городские власти Черноморска. В этом году и в следующих последующих годах мы будем делать особенно упор на здравоохранение. Это, конечно, было возможно благодаря содействию городского головы. И в этом году мы на больницу потратим больше 8 миллионов гривен. Члены профильной депутатской комиссии городской программе здоровья населения Черноморской территориальной громады уделяют особое внимание. Мы на комиссии очень тщательно рассматриваем все вопросы, связанные со здоровьем населения. И, естественно, единогласно была принята эта программа, которая включает в себя приобретение оборудования, ремонты отделений. После корректировки бюджета Черноморска финансирование целевой программы было увеличено на 1 миллион 400 тысяч гривен. Это поможет оснастить отделение больницы необходимым оборудованием и даст возможность улучшить медицинское обслуживание населения громады.